Вот как, допустим, воспитывать тещу? С помощью любви. Опять же, любовь означает преувеличение. Видите, игра. Он несерьезно поет. Несерьезно. Вот смотрите, если он пришел, жена ушла, он такой цветами: «Слушай, теща, друг родной, помоги там». И он играет, да, ему плохо, но он продолжает игру. И это воспринимается просто супер, понимаете? Она будет счастлива, что такой человек хороший попался. Теперь он приходит такой, на колени встает: «Твоя дочь, моя жена меня бросила». Она не знает, что делать. Потому что, ну, отношения другие неправильные пошли. И она говорит: ну ладно, расслабься давай. Пытается отношения восстановить. Садись, чайку попьешь. Какой чаек? Меня бросила твоя дочь. И она говорит: ну давай хотя бы перекуси там. Играется с ним. Ну, хочет сделать, ну, отношения добрые, да? Допустим, теща нормальная. Она говорит: мне не нужны печенье, мне нужна жена. И она такая попыталась. И потом ему говорит по-доброму: может, ты завтра придешь? Ну, или уже по-доброму ему скажет: ну и мотай. И он пошел. Значит, неудачник просто. Понимаете, если он пришел такой: слушай, теща, друг родной, помоги. Такой: ну, от меня ушла жена, вот тогда. От меня жена ушла навсегда. Понимаете? Слушай, теща, друг родной, помоги. По закону мы с тобой не враги. И по-доброму к теще, с любовью. У нас: ну заходи, сынок, чай попей. Чай пьет, улыбается. Говорит: как у вас все нормально? У нас тоже все нормально. Идем ко дну. Она говорит: да, все будет нормально. Давай я ей позвоню, сейчас поговорим. Давай. Звонит, допустим: ты что, ушла, что ли? Ну, ушла, да, ушла. А вот он у меня тут сидит, мы чай пьем. Да? И что это ты с ним чай пьешь? Да ничего, мы тут, он пришел в гость, торт пришел, мы тут принес, мы тут торт едим вместе. И у нее сразу легче будет чувство к мужу. Потому что он пришел, несмотря на то, что она ушла, а такой торт с мамой пьет. Говорит: дай-ка мама ему трубочку. А что ты к моей маме-то пришел? Да я как что, с радостью пришел. Мы же родственники с ней, любим друг друга. Вот, сейчас поцелую. Мамочка моя, все, супер. И вот той сразу: вау, зачем я от него ушла?